Дрю Хириот представляет. С самого зарождения человечество жаждет понять себя и свои отношения со своим создателем. Совместное производство Hay House и Mystery Films и Illuvate Films. Во времена Моисея создатель был известен как бог наших предков или бог Авраама. Но не было истинного имени для святого процесса созидания. Фильм Джеймса Твимана. Затем, однажды Моисей, который был всего лишь бедным пастухом, подошел к горящему кусту, который не могло поглотить пламя. И голос говорил с ним, и сказал им, что должен пойти к фараону Рамсесу и потребовать освобождения израильтянских рабов. Когда Моисей спросил, что он должен сказать о том, кто направил его, Бог ответил: «Я есть то, что я есть». Впервые в истории у Бога было имя. Исполнительные продюсеры Дрю Хириот и Микки Виллис. Вооруженный силой имени Бога, «Я есть то, что я есть», Моисей сотворил ряд величайших библейских чудес. Продюсеры Мэрион Уилсон, Джули Уэйнберг, Дебби Форд. Признавая силу имени Создателя, церковь заявила, что его использование в суе невозможно. Таким образом, его сила была непознана, неверно истолкована, непонята. Под руководством Джеймса Твимана. Моисей не достиг земли обетованной. Утерян был и код, который мог раскрыть силу имени Бога и освободить уже все человечество. Код Моисея. Код, который мог бы освободить человечество. Может показаться невероятным, но Моисей в тот день узнал от Бога нечто, что может изменить мир. Мы до сих пор говорим о сотворенных им чудесах. Когда Бог дал Моисею имя «Я есть то, что я есть», в нем был заложен простой код, который раскрывает истинную силу значения этих слов. Но со временем имя Бога было искажено, а упоминание его иногда было наказуемо смертью. И код был утерян. Код представляет собой систему букв, цифр или символов, которая передает информацию при ее переводе на обычный язык. Если бы код Моисея мог открыть силу имени Бога в наши дни, возможно ли, что у нас будет сила творить чудеса, как сам Моисей 3500 лет назад? Впервые всемирно известные ученые, психологи, философы раскрывают код Моисея и то, как вы можете использовать его энергию, чтобы изменить вашу жизнь. Сегодня у нас достаточно силы, чтобы много раз уничтожить наш мир. Но код Моисея освобождает новый тип силы, тот, что создает миры и исполнит свое личное и общечеловеческое предназначение. Невероятно, но код Моисея намного больше, чем вы можете себе представить. Большинство из нас учили, что имя Бога «Я есть то, что я есть». В этом мало смысла, без кода. На самом деле, имя было намного проще. Код Моисея — это обычный знак, то, что мы видим и используем каждый день. Код Моисея — это запятая. Код Моисея — это запятая? Запятая. Я так не думаю. Я есть то, что я есть. С запятой. Мы не говорим о том, что код Моисея — это запятая. Мы говорим, что код Моисея требует запятой. Я есть то, запятая, что я есть. Истинное имя Бога «Я есть то, что я есть» интриговало меня многие годы. Когда я был еще ребенком, взрослые говорили мне: «Я есть то, что я есть». И я не мог понять, что же это значит «Я есть то, что я есть». И однажды духовный учитель сказал мне: «Я хочу, чтобы ты изменил свою жизнь за 24 часа. Я хочу, чтобы ты шел по улице в течение часа и смотрел на все, что ты увидишь. И я хочу, чтобы ты отождествлял себя лично со всем, что ты увидишь, чтобы это ни было, трава, цветы, другие люди, водитель проезжающего автомобиля. Чтобы это ни было, просто говори: «Я есть то». Я так и сделал. Я шел по улице и говорил про себя: «Я есть то».
«Я есть то», «Я есть то». На что бы я ни посмотрел, если я видел жестокость, я говорил «Я есть то». Если я видел нечто прекрасное в парке между матерью и ее дочкой, «Я есть то». И я научился отождествлять себя с этим. Мой друг спросил меня: «Что ты делаешь?» А я ответил: «Я есть то». Он сказал: «Ты не являешься тем, ты — это ты». Но я повторил: «Ты не понимаешь». Мне сказали: «Нет, ты что-то путаешь». Я ответил: «Я на самом деле есть то, что я есть». И я спросил: «О боже, ты слышал, что я только что сказал? Я только что сказал, я есть то, что я есть». Великое имя Бога «Я есть то, что я есть» понималось неверно с самого начала. Оно раскрывается очень просто. Бог и человек проявляются в истине. Я есть то, что я есть. Бог говорит: «Я есть то». Если вы что-то видите, вы видите меня. Люди привыкли говорить: «Бог везде и во всем». На самом деле, это все и есть Бог. Бог не просто говорит: «Я это создал». Бог — это чувство, Его присутствие, которое везде, Его полнота. Бог говорит: «Я есть то». «Я есть то». «Я есть тот человек». «Я есть то». «Я есть то событие». «Я есть то». «Я есть все то, что может быть». Многие из нас до сих пор понимают Бога упрощенно, как будто эту фразу «Я есть то, что я есть» говорит кто-то на небе с белой бородой и в белом ниспадающем одеянии. Бог создал нас по своему подобию, и мы пытаемся подстроиться. Мы пытаемся создать Бога по подобию человека. И это «Я есть то, что я есть». Он где-то там решает наказать или благословить нас за какие-то деяния. Разумеется, Бог просто не может ревновать, ибо Он единственный. Он бесконечен, Он вездесущ, Ему незачем ревновать или завидовать. Есть просто примитивная попытка человека применить свои чувства к тем силам, которые он не в состоянии понять. И мы проецируем это присутствие вовне, вместо того, чтобы принять эти отношения внутри себя. Если Бог действительно есть в каждой из нас, это бы означало, что каждый из нас в имени и теле Господа. Если это так, каковы будут возможности? Можем ли мы создавать? Мы идем к стене, чтобы присоединиться к тысячам людей и окружить весь город Иерусалим. Но прежде чем мы туда отправимся, мы исследуем три ключа, раскрывающие сущность бытия в теле и имени Бога, также ощущаемые и в наших телах. Для этого мы используем три буквы – B-O-G, чтобы легче было запомнить. Когда эти ключи применяются к нашим жизням, они позволяют превратить обычную запятую в один из мощных преобразующих инструментов в истории. Первый ключ к познанию Бога. Б. Бескорыстие. Мы все знаем, что лучше отдавать, чем получать. Но так ли это на самом деле? И как мы можем отдавать, если у нас самих чего-то недостает? Учителя мистики, как святой Фрэнсис, говорили, что именно отдавая, мы получаем. Может, это всего лишь красивый духовный лозунг? Это одна из тех идей, которые необходимо постичь. То, что мы отдаем другим, мы отдаем миру, мы отдаем это себе. Чтобы человек не хотел иметь в своей жизни, он должен научиться отдавать. Возникает вопрос: как я могу отдать что-то, если у меня этого нет? Ведь именно поэтому я и желаю чего-то. Но именно отдавание другим вызывает сознание того, что у вас это уже есть. У нас есть часть мозга, которая не ориентирована ни на время, ни на объекты, то есть она вообще не различает себя и других. И для нее не имеет смысла ни прошлое, ни будущее. И эта часть моего мозга, она получает, когда я отдаю, потому что она не знает, отдаю я или получаю. Чтобы мы не создавали другого человека, сначала наше собственное тело испытывает этот процесс. Поэтому, когда мы боимся, молимся, переживаем, чувствуем мир к нашим любимым или между народами по всему миру, мы сами испытываем этот мир внутри себя, и это нас сама по себе излечивает прямо изнутри. И, наверное, это является лучшим из примеров получения через отдачу. Если вы критикуете других людей, ваш мозг не знает, что критикует других, и воспринимает это как направленное на себя. Или если вы о ком-то заботитесь, делитесь, мозг также не знает направления. Он направляет все на себя, что предназначено другим.
У нас даже больше нет физического контакта. Мы не смотрим друг на друга. Технологии позволяют. Мы также и связь теряем. Восстановите связь. Отдайте другому, пропустите человека в очереди. Или уступите дорогу. И эта связь сохранится и начнется движение. И вам самим будет хорошо. Это измеряет то, кто же мы. Этот результат отдавания — это единственный способ установления своеобразных связей. Вот почему одна из моих любимых книг говорит, что лучше всего вам будет, когда слуга является дарителем. Я думаю, в нашей культуре помощь неправильно понимается. Мы путаем помощь со службой, прислуживать. Для кого-то это даже обидно и оскорбительно. Но есть и другой смысл — служить правилу, быть способным помочь. И это действительно помогает тебе почувствовать, что твоя энергия и усилия существенно что-то меняют. В сентябре 2001 года я работал над новостями в Нью-Йорке. И у меня был приятель, у которого я остановился. Его звали Даг. Мы сидели в квартире недалеко от Всемирного торгового центра. Сидели друг напротив друга и решили, что должны немедленно пойти вниз. Мы бежали против общего людского потока. Все бежали оттуда, а мы бежали туда. У Дага как журналиста был пропуск от редакции, и нас пропустили через ограждение, которое возводила полиция. Еще не было никакой поддержки ни пожарным, ни спасателям. Поэтому нам было жизненно необходимо быстро найти воду и пищу. И с помощью еще двух полицейских мы обходили все ближайшие магазины с разными деликатесами. И даже некоторые супермаркеты. У нас было и мясо индейки, и лучшие еда Нью-Йорка, разные виды мяса. А через некоторое время мы поняли, что все, чего хотели спасатели, это обычные сэндвичи. Позднее я понял, что это просто было удобно. И это было первое место, где они сделали первую перекличку. Начальник пожарных встал на одну из пожарных машин. Он назвал, наверное, около 400 имен, и, по крайней мере, половина из них не присутствовала. Это было осознанием той реальности, что всех этих пожарных не было, потому что их уже просто не было в живых. Они были в здании. И все эти люди начали потихоньку опускаться на колени. Они садились прямо на бордюр. Эти большие, сильные мужчины просто плакали. Приехали эскалаторы, чтобы расчищать подъезд для машин-спасателей. А Уолл-стрит всегда была заставлена шикарными авто, и единственный способ проехать был отодвигать их эскалаторами. Ничего не оставалось, как расталкивать машины по сторонам. И мы смотрели на все это, как материальные вещи прекращают свое существование, когда великолепные, дорогие машины сминались за пару секунд, а мы просто стояли и удивлялись, «Боже, как так можно?» А потом до меня дошло, насколько все это было неуместно по отношению к той задаче, которая стояла. Найти людей, уцелевших, а все остальное становилось просто мусором, который не имеет значения. Я переоделся в форму спасателя с респиратором и прочими делами, и это помогло мне пройти в самый эпицентр, где работали только опытные спасатели, и я был простым гражданским, без особой квалификации. Первый найденный пострадавший был невысокий мужчина в костюме, раздавленный и обезображенный пожарной машиной. И я смотрел на него и представлял. Я думал о том, какой должна была быть его история. Он наверняка чувствовал себя в какой-то безопасности рядом с пожарной машиной. Возможно, ему было бы лучше забраться в саму машину. Это было бы безопаснее, когда все начало рушиться вокруг него. Наверное, этот момент стал поворотным. Вот для чего мы здесь. Что мы будем наблюдать? Это просто пришло. Мне даже не надо было особо задумываться об этом. Просто вот оно. Мы должны понять, что когда мы помогаем другим, возникает иллюзия того, что мы служим кому-то. Но правда в том, что служить некому, кроме себя. В мире нет ничего, кроме помощи самому себе. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Но... желание отдавать должно быть не для того, чтобы получить что-то взамен. Это не просто рассуждение о том, что я отдам тебе что-то, а ты что-то отдашь мне, что мне нужно. Большинство из нас так и думают. Моисей не поступал так. Он просто отдавал, получал
и помогаем. Мы хотим отдавать так, как это делает Бог, без того, чтобы ждать чего-то взамен. Просто установить связь с другим человеком и поделиться с ним. Сила в способности оказывать помощь, служить, служить любви, служить миру, служить красоте, служить Богу и служить радости. Я думаю, когда мы отстраняемся от своих проблем и жизненных обстоятельств и обращаем внимание на другого человека, это позволяет нам избавиться от собственной суеты. Это есть своего рода акт творения. Недавно меня поразил мой сын Боу, у которого были сомнения в выборе. И раввин объяснил ему, что выбор лежит в том, чтобы понять, что для человека является правильным. С какими трудностями тебе пришлось столкнуться и преодолеть их? Я отдал все свои деньги, а это всегда непросто. А что у тебя за проект? Я собираю деньги на строительство школы в бедной части Уганды. Он решил построить школу? Целую школу? Да, здание школы. И пожертвовал все свои деньги. Моисей сделал то же, что и ты, Боу. Он отказался от уюта, чтобы сделать то, что было нужно людям. Деревня, в которой будет построена школа, называется Чигаэра. Различие между детьми, которые ходят в школу, и теми, у кого нет такой возможности, это как различие между жизнью и смертью. Более 500 человек прислали нам деньги. А сколько ей лет? Ей только 12. Это прекрасно. Я знаю. Они были просто в восторге. И удивительно то, что ребенок помогал другим детям. Они чувствовали, что ты их просветитель. А что это значит? Это не просто была потрясающая возможность для детей из Чигаэра. Все дети Америки смогли понять, что они могут сделать нечто важное в своей жизни. У некоторых людей нет способности принимать то добро, которое может войти в их жизнь. И это мешает им самим. Ведь они отдают, но не могут возобновиться через открытость и близость, возникающие внутри, через способность принимать. Некоторые процессы протекают очень медленно и могут никогда не завершиться. Неважно, что может случиться с отношениями, они просто могут не улучшаться. Мы называем это защитой от получения. У таких людей нет рецептов, позволяющих проникнуть к чему-то внутрь. Не только любви и комплиментам, но и позитивным утверждениям и благодарностям. Отказаться от чего-либо позволяет способность принимать. Сначала от Бога Его Дух, а затем и от окружающих тебя людей. Мне кажется, в этом состоит один из важных тайных актов, совершаемых нами. Целостное, общее состояние в том, что люди отдают с легкостью и красотой. Они здесь, чтобы разделить способности и время, таланты и свою силу, и в то же время они находятся в согласии с фундаментальным порядком бытия. Они принимают его, позволяют этому потоку проходить через них. Они могут получать любовь, получать вспышки озарения, получать мудрость. Они могут получать ту красоту, которая везде. И это замкнутый круг. В конечном счете, это отдача и принятие единое целое. Большинство из нас слышали от разных уважаемых людей, что мы все едины. Но мы смотрим на мир и видим везде разобщенность. Как же такое возможно? Означает ли это, что я един с Джеком Потрошителем, так же, как и с матерью Терезой? Может, я един с вами? Это всего лишь красивые идеи, или это может стать следующим шагом к пониманию того, что мы действительно в Боге? О, общность. Фундаментальным принципом, лежащим в основе всех основных религий, всех активных духовных путей, является духовная идея, называемая общность. Мы едины с жизнью. Мы едины с промыслом Божьим. Мы едины друг с другом. Мы находим его во всех обычаях. Бог един во всем. Одна сила, одна энергия, атмола, природа Будды, Христос. Это и в квантовой физике. Нас окружает единое поле. Зачастую нам это кажется несогласованным с физическими проявлениями.
Прежде всего, это из-за того, что человек видит мир через разделяющий фильтр. Он видит мир через свои чувства. И если ты больше обращаешь внимание на свое эго, то возникает чувство, страх выживания и злость, и то, что ты должен что-то получить, мое. Тренировка духа позволяет оторваться от этой чувственной реальности и выйти в поле, где ты увидишь не зрением, а внутренним взором, что все взаимосвязано. Ученые квантовой физики называют это единым полем, которое везде, которое неделимо. Это приводит человека к тому, что он понимает, несмотря на иллюзию разобщенности, я не один. Как удается преодолеть этот барьер, человек может увидеть, что все, что кажется разобщенным, начинает работать вместе на его благо. И теперь все находятся в согласии на невидимом уровне. И человек начинает работать не усерднее, а начинает работать чище, легче, находясь в гармонии со своей жизнью. Ты больше не ждешь, что что-то произойдет на поверхности, а принимая жизнь на невидимой стороне. Итак, общность — это основной принцип. Это ось силы. Когда ты един с Богом, един с любовью, един с жизнью и един со всей окружающей энергией. Пока мы проповедуем тотальность и божественность человечества, мы не сможем быть в общности, потому что нас учили отрицать чуждое. Если мы видим что-то, что нам не нравится, мы не хотим, чтобы это было частью нас. Отвергаем это вместе с частью себя. Иногда людям, и мне в том числе, трудно быть с кем-то в общности, кто просто не согласен с нами, или исповедует такие ценности, которые нам кажутся ошибочными. У меня возникают сложности с веселыми людьми. Мне не нравится эта часть себя. И я всегда ищу способы быть более настоящей, более аутентичной, раскрыться, в том числе как учителю. Наконец мне удалось подремать. Прошло 40 часов или даже, может, больше, я точно не знаю. И я зашел в жилой дом, который был в ужасном состоянии. Сначала зашел в фойе этого дома, и там я нашел диван. Я его почистил и лег на него, лицом напротив спинки. Завернулся как мог. И минут через 30 полудрема я начал чувствовать того невысокого человека в костюме, ту первую жертву, найденную нами. Я мог чувствовать, как он стоит на коленях позади меня. Я мог видеть, как он стоит сзади. Его обезображенное лицо сразу за мной. Мог чувствовать его дыхание на моей шее. И я, конечно, был напуган. И я просто лежал минут 5 или 10 и думал, что он там делает. Довольно долго я лежал неподвижно в тишине и услышал голос, тот внутренний голос, не знаю, который сказал мне громко и четко: «Это мог быть твой Вьетнам». Или «да-да-да». Потом меня отпустило. Не знаю, что означало это «да-да-да», но я точно знаю, что означало «это мог быть твой Вьетнам». Когда я рос, я видел, что это такое. Те ужасы, которые привозили люди с войны. Их кошмары, воспоминания. Как то мое видение. Я знал, что все это могло остаться со мной до конца моей жизни и даже навредить моему будущему. Или я понял, что ответом на это самое «или» было вернуться. Я встал, опять оделся, надел защитную маску, и я просто обошел здание, и когда я повернул за угол, я увидел, как люди работают, все было залито таким ярким светом, люди и все вокруг внезапно стало очень ярким и сверкающим. И я понял, что для меня сейчас все изменилось. Я стоял со слезами на глазах. Было ощущение, как в замедленной съемке. Я видел, как люди проходят мимо. Я видел только, как двигаются и пересекаются души, как эти души работают. Для меня все стало совершенно ясно, что все взаимосвязано.
Это было как одно единое тело Господа. Все люди оставили свои желания, свою индивидуальность и звание, а работали вместе на великое общее благо. И меня поразило то, что какими мы можем быть, как мы можем жить, когда мы так работаем вместе. И я осознал, что же есть на самом деле общность и единство. Я чувствовал, что весь мир испытывает разобщенность, страх, хаос. И я стоял там, ощущая самую благословенную красоту в своей жизни. Я просто помню свое желание, чтобы мир смог посмотреть на все это моими глазами. Когда я впервые решила заняться духовными исследованиями, я очень хотела стать лучше. Моя сестра всегда говорила мне, что я эгоистична, себелюбива и употребляла целый спектр характеристик, которые я не хотела видеть в себе. И я начала работать, чтобы стать хорошим человеком. Я научилась говорить приятным голосом, и я научилась отдавать то, что имею, если это кому-нибудь нужно. И однажды я попала на один семинар, где мне пришлось встать, а все смотрели на меня. А одна дамочка в середине семинара сказала вдруг: «Да ты сука!» Я удивилась. «Ну я-то знаю, но она-то откуда знает?» Дама сказала: «Позволь спросить тебя, Дебби, если бы ты перестраивала дом и опоздала на полтора месяца, перерасходовав $20,000, думаешь, это помогло бы тебе стать большей стервой?» И внезапно меня озарило. Я думала, что если я просто смогу оторваться от своего прошлого, а уж у меня много чего было, то я смогу стать хорошим человеком. Но я упустила маленькую деталь. В каждом темном уголочке души могут храниться сокровища. Рассмотрение списка отрицательных качеств может зачастую привести к такому эффекту, когда мы переходим на следующий этап эволюции. Возьмем, к примеру, Джорджа Буша. Он эволюционный лапкач. Он занимается миротворчеством, которым не занимались многие годы, с 60-х. Он проповедует военную мораль, что дает толчок миротворческому движению. Таким образом, он выступает как позитивная сила для развития многих хороших вещей на планете. Если я хочу расти и духовно развиваться, я должна проецировать это на всех и переносить частицу самой себя. Мы должны любить человечество. Мы должны любить себя и стараться любить то, на что наше эго и внутреннее восприятие говорят: «Я не могу любить это». Я веселая стерва. Вопрос в том, как мне себя любить в качестве веселой стервы? Загляни внутрь и прими себя. И как только я говорю, это выходит из меня. Ведь никто не верит, что бывают веселые стервы. Меня придется пристрелить. Мы возвращаемся к тому, что я не такая. Люди запутываются в таких разговорах. Говорят: «Я не убийца, я не насильник». Я бы спросила: а каким может быть убийца? Каким может быть насильник? Мы должны спросить об этом себя. Ведь насильником может оказаться человек нездоровый или же перенесший травму. Нам всем когда-то причиняли боль. У каждого что-то не в порядке, что-то внутри повреждено. Даже если бы мы хотели соответствовать тому идеальному внутреннему представлению о себе, мы не можем этого сделать. Мы такие, какие мы есть. Нужно открыть свое сердце и впустить сострадание к той части нас, которая могла бы убить. Мы понятия не имеем, на что способны, особенно после просмотра, например, этого фильма. Наверное, при определенных обстоятельствах мы на все способны. На самые прекрасные, великие поступки. И на то, что мы считаем ужасными преступлениями против человечества. И когда вы примете себя целиком, что свою человеческую, что божественную часть, неожиданно вы почувствуете, что мы единое человечество, вы почувствуете общность. Я был женат на женщине, с которой мы могли говорить обо всем на свете. Линда была вдохновлением для меня, да и для многих других людей тоже, из-за своей доброты, своей красоты. Мы приехали с дочерью к родственникам в Миннесоту, а наутро проснулись и узнали, что двое проникли в ее комнату и убили ее.
Злость, горе и непомерная грусть для меня были просто ошеломляющими. Мы с дочерью и еще пара человек. Мы говорили, плакали, а сотовый меня пищал все время, потому что батарея садилась. Я просто нажал на кнопку, чтобы его выключить, но он впервые не отключился. Случилось что-то необычное. Единственная фотография Линды, которая была в моем телефоне, высветилась на весь экран и застыла. И мы почувствовали ее, так глубоко связанную с нами. В этот момент я почувствовал, что это единение затрагивает и того человека, который убил ее. Я снова и снова испытывал это сильнейшее чувство, чувство связи, чувство сострадания к людям, которые должны были пережить нечто действительно ужасное, раз совершили такое тяжкое преступление против женщины, которую любили и оберегали все, кто ее знал. Я написал и позднее исполнил песню, которая стала бальзамом на мою душу, когда я представлял, что бы сказала Линда, видя нас с той стороны. Она могла с нами связаться, могла с нами говорить об общности. And if ever you forget me, just call me by my name, and my soul, it will answer time and time again. And if ever you should leave me, I'm never really gone. You can find me deep within you, in the one. Когда при спиритических упражнениях возникают такие озарения, они встраиваются в вашу жизнь. Они не мешают вам, даже не исчезая из памяти, оставаясь ярким жизненным воспоминанием. Они встраиваются в вас, и возникающее чувство общности, единства, становится важнее всего остального. У вас есть предназначение? Моисей верил, что его предназначение в том, чтобы вывести израильтян из Египта и привести их в землю обетованную. С другой стороны, для лентяя жизнь как коробка конфет. Никогда не знаешь, что получишь. Иногда такие мысли кажутся пугающими, но нужно посмотреть на них с другой стороны, с точки зрения последнего ключа к тому, чтобы почувствовать в себе Бога. Нужно раскрыть свою глубокую сущность и причину своего существования. Г. Главное предназначение. Над нами всегда есть призвание. Внутри нас всегда есть нечто, что хочет осознать себя как «я». Это нечто называют следующим этапом эволюции. Внутри каждого из нас есть то, что необходимо выразить. Моисей представляет и вас, и меня. Обычный человек в обычный день совершает нечто необычное. Когда Моисей восходит на гору, он сталкивается с присутствием некой силы, которая появляется в этом горящем кусте, который не может поглотить пламя. Это означает, что источник этой силы не в материальном мире. Источник этой силы исходит из чего-то божественного и вечного. И Моисей просто не знает, что же делать. И мы бы не знали. Он понимает, что это нечто, что должно изменить всю его жизнь. Я себя считаю довольно духовным человеком. Но если бы я сейчас увидела, что куст начнет гореть, я бы взяла огнетушитель. Куст всегда пылает. Я встречался с шаманами в Африке несколько лет назад. И мы путешествовали ночью. Я терялся, а они приходили через джунгли, как будто был белый день. Мы ходили к одному сильному духовнику, проводили один эксперимент. После этого эксперимента все вокруг зажглось, все засверкало, все было в огне. Листья в огне, земля в огне, все сияло.
И я понял, что эти люди, которые вели меня через джунгли, они и так это видели. У них было это ночное зрение, которое позволяет им видеть это освещение. И я тоже смог это увидеть. У меня открылось это духовное зрение, позволяющее видеть, как все сияет божественным духом. И я подумал о Моисее, который видел горящий куст. В этот момент он получил запредельное знание, и он смог увидеть, что Бог, Он везде, и все сияет этим огнем, этой силой, этой энергией. Для Моисея это был хороший день. Когда Моисей вопрошает у этого куста, у этого пламени, у этой силы, «Кто же ты?», он слышит, «Я есть то, что я есть». Мы не знаем, был ли это словесный разговор, или же это была передача из ниоткуда, прямо из этой силы в его сердце. Но тем не менее, этот разговор нам говорит вот о чем. Это не просто разговор, это тот путь, который ты должен пройти. То, что потом назовут историей героя. Каждый должен пройти этот путь. Он ведет нас от наших местных, временных, эгоистичных взглядов к пониманию себя как человека предназначения, как чего-то цельного, завершенного. Это путь Моисея. Моисей не думал, что он достоин. Это его недостойность в сочетании объединенной с готовностью обеспечили почву для того, чтобы в него вошел Бог. Потому что Моисей не закрывался от Бога своим эго. Самой легенде сочетается как литературная, историческая часть, так и иносказание. Это история каждого из нас. И все герои этой легенды — это часть нас самих. Моисею было сказано, что он должен пойти и освободить рабов, отвести их в землю обетованную или к исполнению, к земле молока и меда. И он полон сомнений и переживаний. «Я не смогу этого сделать. Кто я такой, чтобы совершить такое?» Мы бы тоже себя так почувствовали на его месте. Когда мечта, идея, призвание велят нам изменить что-то, сделать что-то важное для своей улицы, сделать что-то для мира, сделать что-то для своей семьи, сделать что-то. И сразу мы начинаем чувствовать, что мы не готовы, что мы не подходим для такого дела, у нас недостаточно сил. Мне кажется, что каждый должен прийти к тому, что мы зажаты между своим предназначением, своим призванием и тем, что в настоящий момент мы не являемся тем, кто может это призвание осуществить. Мы дорастаем до этого уровня, когда соглашаемся со своим призванием. И старинное утверждение, что Бог не зывает к обученным, Он обучает тех, кому взывает. И когда мы отвечаем на этот зов, в нас проникает эта сила. Мне это тоже было дано. Я много не умел, у меня не было ресурсов, не было денег, не было места. У меня ничего не было. Но Бог дал мне все это через мое «да». Появились люди, появились ресурсы, появились здания, появились соратники, способные к видениям, которые я видел нечетко. И я сам изменился, я вырос из человека, сказавшего «да», в человека, сидящего сегодня здесь. И сидя сегодня здесь, я говорю «да» следующей стадии проникновения, и я буду уже другим человеком, открывшим, познавшим и прочувствовавшим уже другую сторону видения. Мы постоянно растем, развиваемся, раскрываем на основе нашей способности наши желания и возможности соглашаться, желать соглашаться. Моисей соглашается пройти этот путь. В каждом из нас есть часть, которая соглашается со своим предназначением, со своей целью, как только мы ее для себя открываем. И, конечно, после нам придется столкнуться с дикостью. Не только с исторической дикостью, но и с дикостью личной. Личная дикость — это внутренняя неготовность. Это та часть внутри нас, которая находится в согласии с нашей жизнью, как мы ее знаем. Когда все находится на своем привычном месте, когда нам комфортно. И тут появляется еще одна часть, которая хочет что-то изменить. При этом происходит внутренняя борьба, принимает ли это изменение. В конечном итоге, суть этой истории, которая является и вашей, и моей, это путь. Проблемы нарастают и нарастают, и все усложняется. И в конце концов, сомнения сдаются и говорят: «Отлично, бери людей и уходи». Для меня очень интересным стал тот факт, что у Моисея был речевой недостаток. Мы не знаем точно, какой именно, но мне интересно, зачем было Богу избирать человека с недостатком речи, допустим, с заиканием, чтобы вести сотни тысяч непокорных израильтян к новой жизни? Представьте только, как они суетятся, и с ними заикающийся Моисей. Интересное было у Бога чувство юмора. Почему же Бог выбрал именно Моисея?
Одной из причин, почему Бог мог избрать именно Моисея, была его смиренность. Знаете, иногда люди, обладающие определенными недостатками, становятся проводниками Божьего провидения, потому что ничто не сдерживает поток, идущий через них. Когда мы думаем, что у нас есть недостатки, ограниченные способности, и нам кажется, что Бог не может нас использовать, но Бог примет эти недостатки и использует именно вас для этого, чтобы привести людей к новой, лучшей жизни. Когда раздвинулись воды моря, началось настоящее путешествие, потому что затем они провели 40 лет в пустыне. Пустыня безжизненна. Во многих верованиях число 40 имеет особый смысл. Оно символизирует время, необходимое для трансформации. Потоп длился 40 дней. Иисус провел 40 дней в полном одиночестве, в строгом посте. Моисей провел 40 лет в пустыне. Это время, необходимое для трансформации. Многие из нас переживают эти 40 именно сейчас. Вы сейчас смотрите и слушаете. И это тот момент, когда вы можете оставить свою прошлую, не вполне успешную жизнь, двигаться к цели, ради которой мы здесь. Я думаю, нам очень полезно узнать, зачем душа пришла в тело. Душа пришла в физическую оболочку для того, чтобы она могла испытать себя, выразить себя в физическом мире, познать то, кем же она может являться на собственном опыте. Существует опасение, что если мы определяем себя как «я есть то, что я есть» с божественным «я есть то, что я есть», то при этом мы притязаем на то, чтобы казаться тем, кем не являемся, бросаем чему-то вызов. Но если все как раз наоборот? Что если, говоря «я есть», мы даем возможность Богу проявить через нас свою силу, проявить святую любовь к детям, которых я учу, или старику, которому я помогла в магазине, или кому-то на том конце провода, кто сейчас страдает, и я тот голос, что их успокоит? Что если мы просто дадим себе такую возможность, чтобы наше внутреннее «я есть то, что я есть» было широким проспектом, через который появится божественное «я есть то, что я есть», который есть Бог, есть сама сила жизни, которая ищет себе точку входа для того, чтобы вершить добро здесь и сейчас. Тут надо быть посторожнее, ведь когда эго начинает думать, что оно Бог, оно становится надменным, жадным и полностью нас переворачивает. Не самая приятная картина. Мы должны погрузиться в свою душу, в свою сущность для того, чтобы стать тем, что мы есть. Трудность в том, что мы представляем собой созвездие различных сущностей, объединенных по какой-то причине. Мы отцы, мы матери, мы братья, сестры, мы работники, мы работодатели. Разные воплощения. И каждая отдельная сущность проявляет свою энергию, борясь за существование. Однако есть центральная сущность, которая проявляет свою энергию в том, что я есть. Есть центральная сущность, которая несравнима со всеми остальными сущностями, несравнима ни с кем. Это подобие Бога. Это уникальное сочетание бесконечного потенциала, бесконечных возможностей. И эта коренная сущность, она говорит, она зовет нас по истинному имени. Приглашая нас к величию, она приглашает нас быть больше самими собой. Запомните, это не громкий голосок. Нужно быть достаточно тихим, чтобы услышать его. Через духовные упражнения, через молитву, медитацию, вы сможете вскоре почувствовать разницу между голосом одной из множества чередующихся сущностей и истинным голосом, идущим из самой души, который хочет, чтобы вы были великими, и смысл величия в вашей способности и желании служить другим. Когда мы отходим от выживания, отходим от мелочных забот, тогда единственное, чего хочет душа, это что-то существенно изменить, отдать что-то человечеству. Вы спрашиваете, что я могу сделать? Вы не поверите, как много вы можете сделать. На кончиках ваших пальцев есть целый мир того, что вы можете создать. И этот мир един, он фактически обладает исключительным знанием. И вам решать, как он будет служить не только миру в общем, но и миру вашего собственного созидания. Когда этот центральный голос начинает говорить, он тихий, он спокойный, и он зовет вас к великому служению. К великому служению человечеству. К великому служению вашей семье, к великому служению каждому, с кем вы сталкиваетесь. Это один из способов распознать внутренний голос. Зовет ли он вас к служению, или же он зовет вас просто заботиться о себе?
Если он зовет вас заботиться о себе, то он может исходить от вашего эго. Нередко возникает вопрос, как узнать, где воля Божия, а где моя собственная? Есть ли моя воля, и что мне с ней делать? Мое понимание этого в том, что... А в чем Бог? Как сказано, Царство Божие внутри нас. Внутри нас есть дикая часть, которая говорит в пользу привычных себе условий. И есть другая часть, у которой действительно есть предназначение, действительно есть призвание к тому, чтобы двигаться к добру. И когда за нашу дикую сторону отвечает наше сердце, за нашу волю отвечает воля Бога. Когда мы творим, мы уподобляемся нашему Создателю. В результате нам становится хорошо. Мы чувствуем любовь, мы расправляем крылья. Вы нуждаетесь в мире, в довольстве, в любви, в творческом выражении и, конечно же, в духовной связи. Это те самые качества, которые делают вам хорошо. Вы, конечно, связаны. Вы не свободны, но вы чувствуете жизненную силу. Я есть то, что я есть. В своем существовании вы воплощаете силу, остаетесь в ней, и вы отдаете величайший дар, который можете отдать миру. Понимание этого, принятие этого и есть наш путь. Поэтому это чудо, это путь 18 дюймов от головы до сердца. В тот момент, стоя там, оглядывая место катастрофы, озирая все, что происходит, я осознал свое предназначение. Все мои себелюбивые стремления, попытки получить то, что мне нужно, быть там, где мне надо, показались просто нелепыми. Я знал, что начиная с этого момента, моя жизнь будет для всех нас. Она будет для общности. Мое сердце было переполнено тем, на что мы способны, когда мы работаем над этой идеей. И раз это стало возможным, вся моя жизнь стала посвящена возрождению общности. Это стало катализатором к осуществлению моего желания создать и развивать кинофестиваль, который недавно появился. Это сообщество тех, кто понимает то единство, о котором я говорю. Можем ли мы дать людям опыт настолько более великий, чем наше понимание самих себя? Что мы можем испытать новый уровень единства, почувствовав который, мы понимаем, что в жизни нет ничего прекраснее, в жизни нет ничего более великого? Царство Божие безусловно. Царство Божие в наших мыслях. Царство Божие — это радость в моей душе. Если я найду в себе эти составляющие, мне больше не придется беспокоиться о том, чтобы заполучить что-либо, быть с кем-либо, делать что-либо эдакое. Дайте мне почувствовать безусловную любовь сначала к себе, а затем научиться расширить ее на всех окружающих. Позвольте мне познать идею о том, что я больше не беспокоюсь о том, что могло или должно было случиться, и просто почувствовать присутствие силы. Мое существование в единстве с Богом, здесь и сейчас, дайте мне стать этим. И пусть оно струится и наполняет все стороны моей жизни. Это и есть Царство Божье. На этом уровне мы начинаем понимать, кто же мы, что в собственных глазах ты такой же человек, что и любой другой. Это и есть Царство, это та связь, которая нас объединяет. И по мере приближения к этому начинают проявляться признаки Царства в наших судьбах и даже в повседневной жизни. Как только я поняла, что же представляет собой Царство. Да, детка, я хочу познать это. Весь парадокс заключается в том, что пока мир погружался в хаос, смятение и страх, я стоял там и испытывал мой первый опыт истинного общения с Богом. Через то, что я бескорыстно отдавал, несмотря на обстоятельства, я почувствовал общность, такое чувство единства, которое себе даже никогда и не мог представить. И из него возникло мое предназначение. БОГ. Бескорыстие, общность, главное предназначение. Теперь, когда мы понимаем три ключа к познанию себя в имени и теле Бога, для нас настало время рассмотреть, что же мы можем создать на основе нового опыта. Если то, что мы говорим, живем, как «я есть то, что я есть», может раскрыть силу Бога внутри нас, то возникает следующий вопрос. Как далеко простирается эта сила? Можем ли мы двигать горы и творить чудеса, как Иисус или Моисей? Это всего лишь фантастические идеи, или мы на самом деле можем изменить мир?
Я — это творческое начало Вселенной. То, что мы получаем, когда добавляем к нему «есть», движение созидательной силы Вселенной. Поэтому каждый раз, говоря «я есть», вы создаете движение. Подумайте вот о чем. Мы говорим «я беден», да, и ничего не изменится. «Я одинок», да, и ничего не изменится. Но если же мы начнем использовать созидательную силу и энергию имени «я» и движение «есть», чтобы сказать «я здоровый», «я святой», «я цельный», «я прекрасен», «я божественный», «я богат», «я есть», то мы начнем притягивать энергию в нашу жизнь, и мы заново воспитаем наши души. То, что должен был сделать Моисей, это взять то единство, ту созидательную силу Бога и приложить ее к действию. Сомнением ничего не оставалось, как отступить, едва они осознали, с чем же они имеют дело. Он мог взять силу «я есть» и возвысить ее до уровня всей нации, чтобы они поняли, кем на самом деле являются и чьими они на самом деле являются. Есть ли на самом деле способ задействовать эту энергию через такой процесс, который мы можем практиковать каждый день? Удивительным в этом процессе является то, что он применим практически в любой области жизни. И запомнить его можно с помощью 6 простых слов. Угадайте, что это за слова? «Я есть то, что я есть». Единственное, что меняется, это то, на чем вы фокусируетесь, говоря эти слова. Первый шаг — это представить, чего ты хочешь, кем ты хочешь быть, и убедиться, что это действительно нечто важное. И второй шаг — повторять слова «Я есть то, что я есть», и позволить себе расшириться до этой новой возможности. Если мы хотим, чтобы началась новая жизнь, мы должны говорить и повторять эти слова снова, снова и снова. Когда мы их повторяем, мы их кодируем в нашем сознании. Третий шаг довольно простой. Фактически, вы уже его совершаете. Нужно дышать. Управляемое дыхание концентрирует вас, пробуждает силы и значительно усиливает эффект. Один из способов потренироваться — это говорить «я есть то» на выдохе. А когда начинается вдох, подумайте или скажите «что я есть». Примерно так. «Я есть то, что я есть». «Я есть то, что я есть». Этот несложный процесс направляет все, что вы чувствуете, о чем думаете, во внешний мир, чтобы вы могли испытать все это в реальной жизни. Одним из способов поддержать людей при их упражнениях — это подумать о тех качествах, которые вдохновляют вас, о качествах, которыми вы хотели обладать. Подумайте о ком-то, кого вы лично знаете или читали о ком-то. Представьте его. Приближайте этот образ, насколько возможно. Затем закройте глаза и начните повторять «Я есть то, что я есть». Позвольте себе закодировать этот образ. Примерьте эти новые качества прямо на вас. Я та радость, что я хочу испытывать. Я тот мир, что я хочу знать. Я та красота, которую я хочу познать. Я та страсть, что я хочу выразить. И через эту силу заявления, через этот поток энергии, все это проявляется в вашей жизни. Иногда мы говорим о проявлении силы в получении вещей. Мы хотим 2 машины, 3 квартиры. Но у тебя один за, зачем тебе 4 машины? Я могу сказать то же самое о туфлях. У меня всего 2 ноги, на которых нужна 1 пара, но это веление моей души. Притягивание вещей не то же самое, что и веление Божьей силы, которое обеспечивает нас всем необходимым. У некоторых людей преобладает их эго, и они пытаются что-то получить, они пытаются использовать эти принципы для владения вещами. Таких много, это очень бедные люди. У них может быть много вещей, но они всего лишь бедные люди, у которых много вещей. Слушатели со стажем знают, что происходит обратное. Нужно не притягивать что-то к себе, а стараться пропустить что-то через себя. Многие говорят, я не знаю, кто я. Они просто не знают свою душу. Они не знают свою душу, и это здорово. Они думают, что могут многого добиться, получить машину, работу, хорошие отношения, деньги. Они думают, что чем больше они получают, тем сильнее они становятся. Но они продолжают говорить себе, внутри остается пустота, я что-то упустил. Они забыли о душе. И это то, что нам действительно нужно. Мы хотим, чтобы благоволение, величие, присутствие Бога наполнили нас до невыразимости. Потому что если мы сможем назвать это, мы постараемся и исправить, изменить. Мы хотим просто быть. И это бытие и есть тот способ, которым представляется Божье присутствие. Речь не о машинах и квартирах.
речь о присутствии Бога. Истинное проявление Бога не просто в том, чтобы быть праведным, блаженным, связанным с чем-то святым, что можно назвать мистическим и просвещенным. Оно требует еще, чтобы мы просто заполнили наши тела, полностью проявили свою чувственность и сексуальность, которые вселяют в нас силы. Любовь — это Бог, Бог — это любовь. Если вы Бог, вы любовь. И когда вы используете эту силу любви, Бог говорит вам «да» и дает именно то, что вам нужно. Если вы сможете достичь силы общности, энергии единства, того, что Иисус назвал «Царство Божие внутри тебя», вы начнете испытывать ее везде и повсюду. Но если мы помыслим о чем-то, что не есть Царство Божье, захотим этого добиться, ведь мы такие могущественные, то в своих мыслях мы создадим нечто чуждое небесам, нашим мечтам мы создадим ад на земле. Моисей и его кот не достигли Святой Земли. С тех пор Израиль в постоянном конфликте. Миллионы сложили головы из-за неверного толкования имени Бога. Веками происходили религиозные войны. По иронии судьбы, но во имя Бога. Тысячи людей разных рас и верований слетелись из разных уголков мира, вооруженные могущественным знанием, чтобы, наконец, принести мир на Святую Землю, чтобы буквально обнять Старый Иерусалим. Во время объятия и до него для всех нас очень важно сохранить чистоту намерений и расслабиться. Мы идем к стене, чтобы присоединиться к тысячам людей и окружить весь город Иерусалим. Мы стоим лицом к этой стене. Когда вы выдыхаете, вы говорите «Я есть то», имея в виду «Я есть мир в Иерусалиме». Почувствуйте мир, излучаемый городом. Я есть то, что я есть. Я есть то, что я есть. Доказано, что акции фокусной группы в Израиле и других местах снизили преступность до 30%. Итак, спустя 3500 лет путь Моисея был совершен раскрытием истинного значения имени Бога на Святой Земле. Он начался с беседы, но продолжается и сегодня через каждого из нас. Дверь была раскрыта. Теперь мы можем шагнуть в новый мир. Children.
tell you a story, and this one you can repeat. I saw God the other day, just walking down the street. I said, hold on just a minute, how do I know it's really you? She gave me a simple answer. She said, you don't, unless you do. Wait a minute, I don't quite understand all this. Tell me, what do you want with me? You see, I'm not a religious type of person. And he said, you don't have to be. She looked like you, he looked like me.